Здравствуйте! С вами Юлиана Соколовская, и сегодня мы с вами разберем дыхание уджай. В некоторых традициях йоги, таких как виньяса флоу, это одна из основ практики. В других практиках йоги этому дыханию уделяется чуть меньше внимания. В первом случае многие комплексы йоги выполняются с этим дыханием. Оно успокаивает, помогает справляться с физической нагрузкой, преодолевать сложности. С санскрита дыхание уджая переводится как дыхание победителя. Выглядит это дыхание следующим образом. Какие физиологические эффекты дает нам это дыхание, мы с вами разберем буквально через минуту. А пока я хотела сделать вам подарок. Еще больше практик восстановления и сохранения женского здоровья вы можете найти на моем мастер-классе прямо по ссылке под этим видео. В том числе мы там используем и дыхательные техники. А сейчас давайте разберемся, что же нам дает дыхание уджай. Мы можем с уверенностью говорить о 8 физиологических эффектах. За счет разницы давления в грудной и брюшной полости дыхание уджай увеличивает газообмен в легких, что оздоравливает нашу дыхательную систему. Во-вторых, из-за того, что мы сжимаем во время дыхания голосовую щель, нам требуется больше усилий со стороны дыхательного аппарата. В результате у нас лучше развиваются все дыхательные мышцы. Диафрагма, межреберные мышцы, лестничные мышцы, что опять же в свою очередь укрепляет дыхательную систему. В-третьих, с помощью пранаямы уджаи мы можем восстановить проходимость бронхов, таким образом предупредив развитие серьезных заболеваний, связанных с дыхательными путями. В-четвертых, уджаи – это отличная профилактика всех бронхолегочных заболеваний. В-пятых, дыхание уджаи стимулирует работу внутренних органов за счет улучшения микроциркуляции крови. Дыхание уджаи способствует выработке организма дополнительного тепла, что тоже нам очень на пользу. Кроме этого, за счет того, что дыхание уджаи растянуто во времени, оно благотворно влияет на нашу нервную систему. С замедлением дыхания замедляется наш пульс, и мы лучше расслабляемся. И, наконец, дыхание уджаи помогает быстрее осваивать асаны и другие физические упражнения и оказывает общеукрепляющее действие на весь организм. Если мы дышим дыханием уджаи только на выдохе, то основной эффект, который мы получаем, это расслабляющее действие на нашу нервную систему. Если мы дышим дыханием уджаи только на вдохе, то оно очень хорошо улучшает венозный отток в органах малого таза и нижних конечностей. Это одно из лучших упражнений для профилактики варикоза органов малого таза и нижних конечностей. Кроме того, если мы используем дыхание уджаи во время выполнения асан или других физических упражнений, это помогает нашей концентрации, это помогает сосредоточенности, успокоению и развитию медитативного состояния. Еще раз покажу вам это дыхание. Вы можете слышать такой шипящий звук. Дыхание уджаи очень полезно как для телесного, так и для психоэмоционального здоровья. И в одном из следующих выпусков мы с вами разберем, как научиться
дыханию Уджайи. А пока забирайте себе полезную методичку по женскому здоровью прямо по ссылке под этим видео совершенно бесплатно.